Дежурный ГАИ слушает. С каждым годом на наших дорогах становится все больше машин, растут их скорости. И еще нередки на автострадах, улицах городов и сел такие случаи. Конечно, работники государственной автомобильной инспекции установят виновного. Но дело не только в этом. Главное – определить причины. Сделать так, чтобы аварии не повторялись. К сожалению, часто виновниками дорожных происшествий бываем мы сами. Наверное, многие не раз были свидетелями таких встреч с сотрудниками милиции. Воспитание пешеходов и водителей – общая забота. В Калуге изучение правил уличного движения введено во всех школах. Занятия ведут опытные сотрудники ГАИ, такие как Юрий Евгеньевич Панов, старейший автоинспектор города Василий Афанасьевич Лугин. Ребята изучают дорожные знаки, учатся, как правильно переходить улицу, сдают экзамены. Зимой, особенно в гололедицу и снегопады, обстановка на автострадах всегда осложняется. В этих условиях большую помощь работникам ГАИ оказывают дружинники, нештатные сотрудники. Днем и ночью, в любую погоду, выходят на свои посты часовые наших дорог.